Доброго вечера, мы из Украины. Я приветствую зрителей моего канала и рада сообщить, что у нас сегодня долгожданный и очень любимый моими зрителями гость Сергей Жирнов. Серж, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, Marie. Très bien. Comment allez-vous? Moi, comme si, comme ça, vous savez, peut-être la situation est un peu difficile, mais quand même, nous allons travailler un tout petit peu. Joyeux Noël. Merci. Le nouveau slogan, il est comme ça. Merry Christmas and Happy Land Lease. Ça vous plaît? c'est marrant. Très bien. Oh, oui, très, très bien. Bon. Итак. Сергей, на прошлой неделе произошел знаковый визит президента Украины Зеленского в Соединенные Штаты Америки, и мы уже видим какие-то интересные следствия. Вот, например, МЗС, то есть МИД Украины, разразился довольно объемным текстом по поводу того, что он намерен запустить юридическую процедуру изгнания, я бы даже сказала, экзорцизма, дероссизации ООН. Конечно, это очень правильно, мы с вами уже останавливались на том, что Россия там находится без соответствующих правовых оснований, но, тем не менее, 10 месяцев вот какой-то юридической процедуры не было запущено до сих пор для того, чтобы наконец-то изгнать оттуда страну, которая регулярно накладывает вето. 31 раз посчитали, это больше, чем кто-либо другой. И как вы думаете, есть ли взаимосвязь между визитом в составе делегации министра Кулебы и текстом, который мы прочитали? Ну, может быть, да, потому что если он ездил в Америку, а штаб-квартира ООН находится в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Йорке, хотя они ездили в Вашингтон, то есть, в общем, это не совсем туда, да, и сразу после этого появился этот текст, то, может быть, какие-то там переговоры были, то есть, может быть, Кулеба переговорил с Блинкеном и даже Зеленский с Байденом, что Байден поддержит или Соединенные Штаты Америки поддержат эту инициативу. Эта инициатива давняя. У этой инициативы, строго говоря, конечно, в администрации ООН нет никакой возможности достичь своей цели. Потому что это бюрократическая организация, никто не захочет вернуться обратно в 91 год. Никто, потому что Россию как бы признали за ней право наследования места Советского Союза. Это произошло де-факто. Вот. У Украины есть возможность только в чем? Настаивать на юридической стороне вопроса. Вы правильно сказали. Юридически Россия получила это место совершенно незаконно. То есть просто это было такое коптирование, что называется. Ее просто взяли и сказали, ну вот мы согласны, что вы будете занимать это место. Вот. И, так сказать, секретариат Организации Объединенных Наций, генеральный секретарь, поставил просто в известность Генеральную Ассамблею, что вот произошла такая замена. Хотя все остальные, за исключением Беларуси и Украины, то есть 12 республик Советского Союза, остальные, все они прошли через процедуру вступления в ООН. Вот. И Россия, по идее, должна была пройти через вступление в ООН, потому что она не является тем юридическим лицом, которым был Советский Союз. Вот. И по этому поводу, конечно, перспектива юридическая есть, а политической перспективы, боюсь, нету. Ну, вы понимаете, сейчас вообще такая дискуссия идет о том, бюрократия для людей или люди для бюрократии, то есть народы для своих правительств или правительства для своих народов. И особенно это касается международных организаций, потому что война поставила многое под сомнение за это время, и поэтому я все-таки думаю, что был бы правильный и хороший опыт очиститься от незаконно пребывающей преступной России Организации Объединенных Наций, однако вы сдержаны, как я понимаю, в ваших прогнозах.
Да, я сдержан в моих прогнозах, потому что уже прецеденты были такие, знаете, когда заменяли страны. В частности, был прецедент с Тайванем и с Китаем. Вы знаете, что после окончания Второй мировой войны, когда создавали ООН, то Тайвань занимал место Китая. А потом, в 70-е годы, на основании договора между Соединенными Штатами Америки и Китаем, это все дело поменялось, причем поменялось вот именно точно так же, как вот Россия заняла место Советского Союза. То есть все это было сделано, так сказать, кулуарно в ООН. Вот, поэтому, в общем, здесь очень трудно добиться какого-то результата. Я не очень надеюсь, что это даст результат. Но, тем не менее, я поддерживаю само обращение Украины, то есть я поддерживаю сам факт того, что Украина будирует этот вопрос и будет продолжать его будировать. Это будет правильно. Я думаю, что не совсем сопоставимо по той причине, что там не шло никаких военных действий. И действительно, жена Рузвельта дружила с женой президента, который находился в Тайване. И поэтому сначала, вы все правильно говорите, Тайвань представлял Китай, потом что-то изменилось, но все-таки это же было без... какой-то фазы военного противостояния. Поэтому я думаю, что в нашей ситуации надо все-таки пересматривать более базисно, более основательно все, что происходит, потому что тут узурпированное кресло Советского Союза России, которое не только не может там находиться, но она, по сути, блокирует саму работу и обессмысливает частично работу Организации Объединенных Наций. Извините, что я все топчусь на месте, но я хочу от вас больше даже совета, поэтому спрашиваю. Что вы думаете, еще можно предпринять? Я вам отвечаю как студент МГИМО. То есть я знаю, что такое Организация Объединенных Наций. Организация Объединенных Наций – это чрезвычайно бюрократическая организация, в которой очень сложно проводить какие-то вопросы, в которой, кстати, очень сложно получить большинство голосов на сессии Генеральной Ассамблеи. Вот. И по этому поводу я просто не хочу давать заранее оптимистической какой-то ноты, если считаю, что мало шансов у того, чтобы это состоялось. Вот и все. Но я поддерживаю эту инициативу двумя руками. Будем стараться. Смотрите, дальше еще произошло тоже интересное событие. Была пресс-конференция совместная, пресс-конференция президентов Украины и Соединенных Штатов Америки. И там было задано 4 вопроса журналистов. Так вот, на 4-й вопрос Байден ответил так, что сейчас, наверное, лучшие умы человечества пытаются расшифровать этот тайный месседж. Хотела вас спросить, вы человек с огромным опытом, вот именно такой непростой работы аналитической, удалось ли вам расшифровать это тайное послание, потому как, процитирую, в конце вот этого не вполне понятного текста Байден сказал, что и так сказал слишком много. Здесь сложно сказать, конечно, у нас есть только догадки. Вот, я думаю, что это примерно такой же был ответ, как, кстати, посол Израиля в Украине давал свое интервью, я не помню, какому каналу украинскому, который сказал, какие-то есть вещи, которые вообще нельзя в публичной плоскости рассматривать. И я вот думаю, что в этом смысле и был ответ и Байдена, потому что помощь военную не всю надо озвучивать. Потому что есть противник России, который, конечно, интересует его, что именно американская сторона передает Украине, какие конкретные вооружения. И в этом смысле американцы правильно делают, что не все рассказывают, как есть на самом деле. То есть я так думаю, что просто Байден легко захотел потроллить Путина, сказать, чтобы теперь все разведки и все спецслужбы путинские, они ломают себе голову, а что же за этим стоит? Потому что, знаете, ведь когда были вот эти истории с ударами по Энгельсу и по некоторым другим военным аэродромам в России, то задавался вопрос, а чем били, кто ударил, каким оружием. И понятно, что, значит, даже получилось, на этой неделе была статья в «Нью-Йорк Таймс», где некий человек рассказал, что вообще спецслужбы американские используют свою агентуру на территории России, чтобы помогать украинцам, в том числе и
осуществлять террористические акты и акты диверсии на территории России. То есть, вы знаете, вот много всякого такого секретного шума идет сейчас в медиа. Я вот думаю, что связано просто с тем, что американцы, наверное, дают немножко быстрее, чем они об этом говорят. И в частности, вот вы знаете, когда сказали, что сейчас будут поставлять системы Patriot, и все эксперты говорили, что это на самом деле очень сложная система, она состоит из нескольких грузовиков, там сложная система наведения, радары, то есть это не просто там вот установка ракетная, ракета нажал на кнопку и она полетела, там 90 человек их обслуживает. Вот. Но я, кстати, не исключаю совершенно такой вариант, что украинские военные обучаются работе на этой системе уже давным-давно. И то есть как только она будет поставлена, она будет, может сразу быть уже операционной, работать сразу. Понимаете, вот я так думаю, что есть какое-то сотрудничество, которое абсолютно не озвучивается. Было бы, конечно, с одной стороны хорошо, а с другой законодательство американское не позволяет им делать каких-то тайных поставок вооружений, и на этом неоднократно горели лидеры предыдущих лет. Поэтому я согласна с вами, что они могут постфактум озвучивать то, что уже произошло, но тем не менее поставки все происходят легально и в открытом доступе, то есть о них может узнать общественность. Ну, троллить, конечно, дело хорошее, но тут еще ведь, понимаете как, вопрос-то был задан, стоит ли ждать так долго, как в случае с патриотами, и сколько надо еще ждать, чтобы получить дальнобойные ракеты с дальним радиусом действия АТАКМС? И может ли быть такое, что это опять очередная проволочка займет много месяцев? И стоит ли ждать? Может, дать их сразу? И вот тут Байден прямого ответа, как ни крути, все равно ушел. Ну, это тоже понятно, потому что мы, по-моему, с вами уже это обсуждали, что американская сторона, ей на самом деле сложно немножко по отношению к своему общественному мнению и в том числе и к международному праву, потому что Запад, по крайней мере, я уже озвучил эту точку зрения, что Запад боится эскалации конфликта, боится слишком большой эскалации конфликта. То есть он готов помогать Украине, он готов, он подтверждает это всегда, но он старается делать это не очень быстро, надеясь, что у россиян проснется какое-то разумение, хотя это, конечно, ошибка западного мира. Но с этим надо приходится мириться, потому что вы сами сказали, что Соединенные Штаты Америки демократическая страна, у нее есть демократические процедуры, в том числе публичные процедуры, и она не может их обойти. И по этому поводу, увы, гораздо проще всегда работать с диктаторами, которые вот Путин принял решение, и что-то там сразу сделалось. Иранский руководитель принял решение, сразу делается. Северокорейский руководитель принял решение, сразу делается. А в демократических странах, к сожалению, это все дело занимает большое время. Поняла. Дело в том, что, понимаете как, международные организации, вот на примере как раз-таки ООН можно судить, делают все действительно очень долго. И как вы думаете, трибунал, который должен наступить в отношении России, если он будет проходить в Гааге, не постигнет ли вот та же именно временная участь эту организацию? Не будет ли это тоже занимать годы, а то и десятилетия, если даже малазийский Боинг ими разбирался 7 лет, а тут такой огромный массив преступлений? Я знаю, что Франция начала свою процедуру по созданию международного трибунала, и даже французские жандармы были направлены в Изюм-Бучу. Как вы оцениваете перспективу возникновения или создания международного трибунала над Россией в Украине? Это тоже сложный вопрос, конечно, но это гораздо более простой вопрос, чем вопрос с вооружениями, потому что это чисто юридический вопрос. Здесь сложность заключается в том, что, во-первых, существует международный трибунал в Гааге,
да, который Соединенные Штаты Америки не признают, который Украина признала, но не ратифицировала Римский статут, а Россия вышла, по-моему, и из Римского статута. То есть таким образом получается, что, в общем, возможность работы этого трибунала именно по украинскому вопросу сужается. Но это не означает, что этот трибунал не работает. Кстати, он взял на себя, он открыл производство, потому что, поскольку Украина его, в принципе, признала как трибунал, юрисдикцию этого трибунала, хотя и не ратифицировала Римский статут, то есть этого достаточно для Гааги уже для того, чтобы заняться этим производством. И французы в рамках этого производства действительно направили несколько десятков жандармов, которые работают в юридической плоскости, с экспертов юридических, которые помогают в Буче, в Верпене расследовать преступления, военные преступления российские. Дальше вопрос немножко проще, потому что на самом деле в любой западной стране любой трибунал общей юрисдикции может открывать производство по военным преступлениям в Украине. Это такая возможность есть. Вот любой французский суд может принять к производству дело о военных преступлениях в Украине. И по этому поводу, если будет такое политическое желание в какой-то стране, то, в общем, это может идти довольно быстро. Уже Голландия заявила о том, что она готова принимать у себя специальный трибунал, то есть то, что называется трибунал ad-hoc, трибунал специально по Украине. Это вот так, точно так же, как был создан Нюрнбергский трибунал. И в этом смысле создание такого трибунала лучше всего для Украины, потому что у всех остальных юрисдикций у них есть ограничения. Вот, допустим, Гаагский трибунал по военным преступлениям, там в каждом случае в отношении каждого человека нужно доказывать лично его вину. И вот, допустим, в этом трибунале очень будет сложно осудить Путина, потому что нужно будет доказывать, что именно он лично участвовал там, вот, несет ответственность за военные преступления каждое в Буче. Вот, и по этому поводу создается вот самый лучший выход – это трибунал ad-hoc, у которого гораздо шире компетенция, и вот он может привлекать к ответственности в том числе и высших государственных должностных лиц в Российской Федерации. Вот то, что можно сказать по этому вопросу сейчас. Ну, в последнее время Путин очень разоткровенничался, в том числе часто выступает в прессе, поэтому если... Может быть, ему и свойственно была еще в каком-нибудь далеком 2014 году определенная осторожность, и он старался сам себя не подвести под приговор, то сейчас он как-то распоясался и стал достаточно вольно описывать свои действия, то есть, по сути, приближается к тому, чтобы назвать войну войной, это уже тоже звучало. И, собственно говоря, участие непосредственное и принятие им решений, по-моему, уже ни для кого не загадка. Но давайте перейдем к его вот предновогодней медийной активности. Как вы думаете, почему при таком повышенном, в общем-то, внимании к своим ручным СМИ он манкирует непосредственными своими обязанностями? То есть, вопреки Конституции, он не удосужился провести ежегодное послание Федеральному собранию. Также по итогам года он не собрал, вернее, министры собрались, но без него. Как вы думаете, что это за такое странное сочетание? Почему он так активен медийно и при этом избегает своих прямых конституционных обязанностей? Да, это странная ситуация. В общем, действительно очень-очень необычная, но до этого было такое впечатление, что ему нужно куда-то уехать, или он захотел устроить себе каникулы, или хотел уйти в отпуск предновогодний, рождественский, и поэтому освободился от всех обязанностей, отменил все, что только можно было отменить. Он отменил действительно ежегодное послание Федеральному собранию, он отменил пресс-конференцию большую, он отменил прямую линию, отменил даже игру в хоккей и пьянку в Кремле, то есть вообще все, что можно, отменил. А потом
Когда, кстати, президент Зеленский съездил в Соединенные Штаты Америки, вот тут Путин снова вылез в пространство, потому что он понял, что он проигрывает в соревновании в медийном пространстве. То есть вот у него нет того присутствия, которое ему как бы навязывает президент Зеленский. И тут он вернулся. Но я с вами согласен, что он вернулся довольно странно, потому что, конечно, он... Несколько было таких пресс-конференций, заявлений на коленке, которые ему можно, кстати, поставить в вину, в том числе и на будущем трибунале. Но тут проблема другая, что даже, конечно, вот когда Путин сказал, допустим, что вот мы там действительно бомбим гражданскую инфраструктуру, и задал вопрос, кто первый начал, ну, наш ответ, конечно, был, ты, Вова, начал первый, вот, и здесь все всем понятно. Но, с другой стороны, ведь вы же знаете, что в юриспруденции признание, так сказать, заявление, самообвинение не является доказательством вины. Нужно еще иметь доказательства юридические. Вот, и по этому поводу, это, кстати, вот отличие от сталинского производства, где самообвинение было достаточно для того, чтобы человека в том числе признать окончательно виновным и осудить в том числе и на смертную казнь. Вот, в западном судебном производстве такого нету. Это вот, кстати, классическая фраза юридическая. Это не я должен доказывать, что я не виновен, а это суд должен доказать, что я виновен. Вот, и даже если я скажу, что я там виновен, это еще нужно доказывать всей процедурой юридической, доказательствами юридическими, то есть одного признания недостаточно. Вот, а его активность, она, конечно, в общем, полезна для будущего трибунала в Гааге, потому что он много наговорил лишнего и много наговорил против себя самого. И это будет, конечно же, использовано против него, если это дело дойдет до какого-то суда. Вот. А ответ, почему он это все дело затеял такую активность, потому что просто он понимал, что он проигрывает в медийной борьбе, он проигрывает в психологической и пропагандистской войне против Украины, что Зеленский, вот мы знаем, что Зеленский был назван человеком года, а Путин был назван лузером года. Путин съездил в Белоруссию к последнему диктатору европейскому, Зеленский ездил в самую первую главную страну мира, Соединенные Штаты Америки. То есть картинка всегда была не в пользу Путина. Вот, допустим, Зеленский был на фронте реально, там, допустим, последний раз в Бахмуте. Мы видели всю эту картинку Шойгу, который устроил фейковый визит на линию фронта, и мы все знали, что это фейковый визит, потому что они даже смонтировать нормально не могут. То есть была видна там зеленая травка, было видно явно, что совершенно окопы, которые нам показались вертолеты, они были сняты не в декабре месяце, вот, и все это дело. И они понимали, что, я так понимаю, в России, может быть, у них новые консультанты по коммуникациям появились, которые сказали им, что, ребята, вы проигрываете всю эту войну, и вам надо что-то срочное делать. Вот, и поэтому, значит, Путин срочно съездил в Тулу, срочно съездил Госсовет какой-то собрал, срочно провел конференции. Но даже то, что он ответил, все равно же, в общем, не дало ему очков. Да, потому что то, что он сказал, что он там перещелкает все Патриот, или что Патриот старая система, а что С-300 новая система. Ну, С-300 запущена была на 10 лет раньше, чем Патриот. Вот, по этому поводу она точно такая же старая система. И обе, кстати, модернизировались, и С-300 модернизировалась, и Патриот модернизировался. И мы понимаем, что модернизация Патриота на порядок или на два порядка выше, чем модернизация С-300. Вот, то есть, в принципе, то, что он рассказал, это... обращено было не к международному сообществу, не к международному общественному мнению, а к путинскому электорату и к внутреннему потреблению для тех людей, которые и так как бы убеждены, что они поддерживают Путина. А правильно ли я понимаю, что он обратится к своему террористическому консорциуму 31 декабря, как ни в чем не бывало, и у него уже вот эта наверняка заготовленная давно речь, так называемая телевизионная консерва его, поступит на экраны, и его вот эти вот обдураченные, я не знаю даже, как их назвать, обманутые или просто недоразвитые поклонники будут с вожделением внимать каждому его слову.
Ну, в общем, да, есть какие-то люди, которые слушают, и им без разницы, что они говорят. Ну, есть, конечно, в России люди, которые слушают Путина совершенно без разницы, что он говорит. И поэтому, кстати, вот его, если будет там его выступление на Новый год, на 31 декабря, то я не думаю, что там надо ждать чего-то там супер неожиданного, потому что он будет повторять вот все, что он уже до сих пор озвучил. То есть он будет повторять мантры какие-то, которые работают только на внутреннее потребление. Потому что все эти его выступления, они не выдерживают никакой критики людей, которые обладают какой-то реальной информацией. Вы знаете, я еще вот проанализировала то, что вы сказали по поводу его доказанности или недоказанности, как ему кажется, его положение вообще как такового. То есть не будем, конечно, брать за основу так называемую царицу доказательств Вышинского, вот это вот признание чистосердечное, которое даже с точки зрения советского юмора облегчало душу, но удлиняло срок. Так вы как думаете, его ближайшие подельники, которых он, по большому счету, на этом госсовете замазал всех, при этом, скорее всего, снял он вот это свое объявление о начале операции еще до совета. Вы считаете, что эти вот все присутствующие и еще гораздо больше других людей будут его как-то выгораживать на международном трибунале? Ну, здесь, опять же, сложно сказать, потому что все будет зависеть от того, какой именно трибунал будет их судить. Я так думаю, что будет, если дойдет до этого, то, скорее всего, будет механизм какой-то люстрации. И даже если там какие-то люди вокруг конкретно Путина не понесут прямой уголовной ответственности за это, они в любом случае понесут, и будет для них последствия для жизни, для дальнейшей работы, то есть они будут подлежать иллюстрации, конфискации имущества и так далее, вот больше по таким вещам, да, потому что коллективная ответственность, ее довольно сложно применить в юриспруденции, опять же, потому что нужно, в общем, всегда доказывать, ответствовать индивидуального, каждого конкретного человека, что именно он, каков был именно его, какова была именно его роль в принятии того или иного решения, а это довольно сложно. Вот, и по этому поводу, конечно, ну вот как в Нюрнберге, да, там же не все, кстати, те, кто пристали перед трибуналом Нюрнберга, были осуждены. Там был, по-моему, из 11 человек, из 12 человек был один, которого оправдали. Вот, а несколько десятков человек, которые ждали, кстати, последствий, сидели в тюрьме, их там держали несколько лет, а в итоге потом отпустили, потому что, вот, опять же, им нечего было конкретного предъявить, и по этому поводу они просто попали под денацификацию. То есть, вот, скорее всего, будет депутинизация России, и вот под нее могут попасть уже все чиновники, которые вообще работали при путинском режиме, а особенно все высшие чиновники. А как вы оцениваете вероятность того, что, наоборот, они будут торопиться и друг друга обгонять, то есть наперебой стараться, наоборот, для себя приобрести какие-то возможности избежания последствий путем того, что они будут, наоборот, очень охотно сдавать Путина и его самое ближайшее окружение? Ну, это все будет зависеть от того, на каком этапе все начнется и на каком этапе. Потому что обычно бывает так, что вот когда эти чиновники понимают, что рушится режим, и что все, от него уже нельзя ничего получить, в смысле преимуществ каких-то, вот тогда они все становятся революционерами, они все становятся тогда внутренними врагами этого режима, и они все начинают доказывать, что они никогда не были согласны, что все это было против их воли, их заставляли, на них давили, у них брали в заложников их семьи и так далее и тому подобное. Это, в общем, стандартная защита. И я не думаю, конечно, что она сработает, но она может сработать в смысле уголовного преследования. Вот, и по этому поводу уголовное преследование в любом случае должно быть будет дополнено полной иллюстрацией людей, которые сотрудничали с этим режимом.
И, собственно, из этого следует еще один вопрос. Каковы ваши прогнозы вообще сохранения Путиным власти на 2023 год? Я думаю, что, к сожалению, наверное, все эти процессы очень долгие. Они не сразу идут. Иногда, кстати, им помогают те люди, которые сейчас находятся вокруг Путина, в частности, вот, допустим, Пригожин, да, потому что мы все слышали его заявление последнее о том, против олигархов, да, против людей, которые, значит, нажили богатство и которые теперь не хотят расставаться с этими богатствами, чтобы их передавать там в пользу там вооружения, в пользу войны, на ведение войны и так далее. Я вот так думаю, что вот такие заявления, они, кстати, приближают конец путинского режима, потому что эти люди просто понимают, что, в общем, им грозит реальная опасность. Им грозит реальная опасность быть раскулаченными самим путинским режимом. Вот таким образом Пригожин в этом смысле полный идиот, потому что он нажил себе столько врагов. То есть он критиковал Министерство обороны, он критиковал номинально или номинативно министра обороны, начальника генерального штаба, руководство Министерства обороны, генералов, которые руководят военной операции, специальные службы, которые стоят в АФВ, а теперь еще добавил к ним еще олигархов. Ну, то есть большего идиотизма ему, как человеку, встроенному в режим, придумать было нельзя, потому что у него теперь друзей вообще в этом режиме нету. И вот это, кстати, очень хорошо, потому что это добавляет перчика во внутренние отношения в этой банке пауков. И я так думаю, что вот эти олигархи, рано или поздно они все-таки проснутся, и они поймут, что им грозит. А у них же есть деньги, у них есть свои спецслужбы, у них есть свои ЧВК, у них есть свои возможности. И если они объединят эти возможности, то они могут сковырнуть не только, конечно, Пригожина, как мелкого представителя этого режима, но и Путина, и Патрушева, и кого угодно. Вот это, мне кажется, довольно оптимистичная нота. И как раз, поскольку у нас эфир предновогодний, то, во-первых, хочу поздравить вас с Рождеством и наступающим Новым годом и попросить, наверное, чтобы вы высказали свои пожелания нашим зрителям на 2023 год. Да, всех поздравляем, конечно, с прошедшим Рождеством, с наступающим Новым годом, ну или с наступившим, в зависимости от того, кто когда будет смотреть эту передачу. Прежде всего, я всегда желаю людям здоровья, потому что здоровье – это самое главное, потому что если нет здоровья, то все остальное уже сложнее в жизни. Вот. А потом я надеюсь, конечно, что в 2023 году закончится эта война, причем закончится полной победой Украины, разгромом Российской Федерации и, соответственно, началом всех юридических процедур, когда Российская Федерация, во-первых, те руководители, которые сейчас стоят во главе путинского режима, предстанут перед судом и будут отвечать по всей полноте ответственности, а также Россия будет выплачивать контрибуции и репарации Украине. И, в общем, вот я надеюсь, что в 2023 году вся эта история закончится так, как она заканчивается, должна заканчиваться по идее. Да, вот по справедливости. Сергей, будем сражаться вместе до победного. Разом до перемоги. Слава Украине! Как будет по-французски? Gloire à l'Ukraine. Героям слава. Gloire à l'Ukraine. Gloire au héros de l'Ukraine. Et vive la France! Et vive la France! Merci. Merci beaucoup pour votre temps.